Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина провела встречу с супругой военнослужащего, который сейчас выполняет задачи в рамках спецоперации. Парламентарии и одинцовские единороссы обсудили с девушкой вопросы поставок гуманитарной помощи и передачи необходимых медикаментов на линию фронта. В начале марта депутаты от «Единой России» закупили партию лекарств для передачи военнослужащим. Уже более трех раз была проведена закупка по заявке врачей СВО. В этот раз был составлен новый список лекарств.